Ну чё, ребзики, погнали. Играться. Чё, готовы? Всегда готов. Я собрал. Да. Котовченко. Деточка, ты не простудишься? А чё, Зимочка? Да как бы менингит еще никто не отменял. А это, в курсе теперь, короче, чуваки, когда на лоу хп уходят, ну, допустим, ты его надамажил, да? Чуваки теперь киберкотлетные называют это все дело кря-кря. В смысле, почему? Я откуда кря-кря? Знаю? Да, кря, кря-кря? Кря-кря, да. Что именно называют? Вот ты чувака продамажил, он на лоу хп уходит, да, от тебя? Ты говоришь, кря-кря ушел? Нет, просто кря-кря и все. Вот тип кря-кря. Пошли они нахуй со своей терминологией. Да, лоу хп, да, и все нормально. Во-во-во, все, вообще. Геймер геймера поймет, да? Я кря-кря. Кря-кря. Я кря-кря, да? Тут посмотрел этот, как его, блядь, фильм про, как он, детектив Пикачу. Воспользовался, да, моим видком? Да. Ну скажи же, клево. Ну конечно, прикольно. Я Серовский Бутмин досмотрел, что тут фильм такой себе, ну. Кого? Кого смотрел? Серовский Бруклин. А. Эдвард Нортон играет, он сам срежиссировал, сценарий написал. Ну, знаешь, блин, актер он офигенный, но что-то режиссура, сценарий у него, ну, так себе, я скажу, блин, прям, вообще. Вообще под руководством других людей он играет лучше, да? Да, прикол в том, что когда, правильно говорят, что bad acting, bad directing. То есть, если плохая режиссура, если никто не заставлял, то будет и плохая актерская игра. На самый крайний дом полетел, Паш, к тебе. Еще кто-то приземлился. Бежит, 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 бежит в дом. На эске, через дорогу. Второй этаж. На той стороне, да? Да. Ага, вижу. Двое. Да, вижу. Комнатка, комнатка. Хорошая. Добил. Там ног был, еще есть. Прям третий шлем ему разъебал, наверное. Да, в хлам. По
щечка тут есть. Есть у парней что-нибудь прикольное? Нету нифига. Нужен компенсация, жопка на Вектор. Найдешь коллаж, дам тебе. Ну не компенсация, а жопка. Есть этот, блин, скажи мне, ракетница. Мне не давать. Не собираюсь ее сам взорву. Этот ёжик хитрый, хотел взорвать косяк. Сука, чуть не обосрал. Ботаник? Пиздец, нет! Чувак сидел, крысил тут жестко. Просто вот здесь в углу сидел, блядь, прикинь, чмо босса. Нормально. Сразу откисали. Шестерка нужна, нет? Нокнутый валяется. Что, есть граждане? Через дорогу, скорее всего. Скорее всего, да. Либо в Калмайн. Окей. Здесь вроде не лутан, двери не открыты. Че, дядя, где твои друзья? Привет, где твои друзья? Ло-ло. Кто там стрелял? Я на карте выстрела видел со сотки. Ты его только добил, что ли? Второй рюкзак есть где-нибудь? Да, вот в этом кемпе где-то. Тормози, тормози. Да, Паш, будь с этим, с Мишей, мы сейчас тачку возьмем. Житель нужен на снайпу? Никому? Нужен, возьми. Мне. Лежит в этом, блин. Тут лутали. Мы что-то там фастом пролутались. Забрал, окей. Ой. Картошка. Когда ты прямо это едешь? Чего вы там делаете, алло? Поехали, Паша. Типы вот в этих домиках. Принял, Паш, поехали. Поехали. А, читер, ебаный урод. Да, блядь. Понял. У нас в упоре 255 чита. Ой, дави его. Хорош, хорош, хорош. Этого, пополз. Успеешь? Господи. Лошара ебаный, блядь. Ты каску мне сбрил. Он прямо убежал, картошкой внукнул. 205.
Где-то здесь поднимает его, наверное. Да не здесь. Глушитель возьмите, в ангаре сбросил. Угу. Каску надо какой-нибудь острый рюкзак. Потом сзади стреляли, слышишь, что там уехал? Блять! Ай, тут двое остров на спидах. Ух ты, я даже ничего не успел сделать. Прикольно, он меня нокнул, блин, прям в этом воздухе. Я так уже прыжок за дерево, хоба, в воздухе нокнул. Сука, что тут забанили этих пидорасов? Я накидал. Я накидал. А, блядь, ничего не делает. Серьезно? Блядь, серьезно? Он просто едет мимо тела, ему похую. Уроды. Это он поднял своего нокнутого, которого вы нокнули, да? Да, поднял. Все, давай, нажимай. Да, чьи-то очки-то вообще охерели. Их сейчас, видать, наплыв будет. Воскресенье, все дети дома. Да? При чем здесь дети? А при чем тут наплыв? Thank you.
было странно, почему мы уйти добивать, блин. А я не понял, прикол, зачем вы уехали сами, хотели вернуться, я не помню, что это был за план. Что, Сан-Мартин? Это не догадно. Ну мы вообще хотели в зону ехать. А там читер начал стрелять, ну и съехали в другую сторону. Но он прибежал, как этот, промелькнул прям. Как телепортировался за дерево. Мне прорубил в голову. Картошка его надамажила, начала меня поднимать. И, короче... Потом он вы... Ну, пока он это... Кокс грел, она его за... Еби, нихера народу. Летим. Тебе на общагу падает. Да. Ко мне. Не вижу их. Саш, возьми салат. Смотри, ребенка выкладывал. Три тут есть. Рюкзак нужен. Выше нас бегает? Метку поставил. Блин. Разбился. Метку поставил, в красном домике сидит, слышишь? А у нас кто-нибудь есть в доме? Не знаю, к вам прыгал и ко мне прыгал. Меня ходит, если... Да, у нас лутано сверху. Меня стреляют из Пошли, картошка, к Мише перейдем. Две баги. Он на крыше у меня. Сзади. У нас упори. За дверью. Меня на крышу выебали. Нет, их слов вообще не считали, да. Картошка, подними. Тоха.
почти нокнул, типа. Одного нокнул там, а двое остались. Нахуя ты пиздишь, когда его слушаю, блядь? Сука, блядь. Ён. Я вам, сука, инфу 500 раз дал, что он, сука, был на крыше. Он тихо спрыгнул на балкон и выебал меня. Где он, блядь, может, сука, быть, блядь? Блять. Бёрст вообще ни разу не попал по кабине. Большой аптекой хилится. Ну все, уже отхилился. Первый этаж. На улице. А нет, блин. Так, парни, девчонки, также их родители. Спасибо за игру. Давай, GG, пошли. Я пойду спать вон. Скажет, я тут зевал, как этот. Бузик, бузик, сзади. Там в моем трупе пятерок было и семерок. А, в трупе у типа на дороге, там же этот, там коряк был.
Я в дуло. Где Паша? Тошка, старт нажми. Здорово. Здорово, чуваки. Тошка была, она что-то вышла странно. Сама позвала. Вышла. Не вышла. Ну, что такое исключили? Туда его. Чего? Туда его. Я не понял, но очень интересно. Ну, туда его говорю. Так ему и надо, типа. А. Где тут мармелад? Мармелад пока хуево. А я так, честно, на пару карт не сошел.
Но он, по идее, придет чуть позже, и вместо меня будет играть брат мой. Эй, брат твой, да? Эй, чисто так, туда-сюда сделай. Туда-сюда движение сделай, да? Да-да, туда-сюда сделай, подпущи, брат. А у него готов не нажимал нас. Чего? Кого? Картошки. Я налегнула? Ага, перезапускается. Ну, ливнуло и перезапускаться начал. А, ну скажи, что мы сейчас выйдем. Я думал, ей надо было уйти куда-то. О, прям сюда топит ко мне. Сука! У него оказался этот! Какой медленный, блядь! Пока перезарядил, блядь, UMP свой этот ебучий. Пиздец, у него пистолет, он все патроны вектора поднял, прикинь, я подбираю вектор, он все патроны... Да заткнись ты нахуй, заебал. Так и надо. Угораешь, чуваки, сейчас у меня. Сейчас пригласим. Рам-пам-пам. Надо посмотреть.
Ну а что ты картошку не позвал, Панфил? Панфил. Панфил, блядь! Да она в игре, блядь, что не видишь, что ли? Посмотри. Что ну, за... Так что ты ей не написал? Написал. Написал, блядь! Что ты, если она не здесь, Брат, значит написал, ёбаный в рот. Ну что за херня-то, блядь, Миша? Что такой тупой? Ждем кого-то или чем? Все, погнали. Ну, просто смотри, просто странно, она не зашла, у нее не получилось, потом написал бы, что мы ливнем, ты, получается, написал, она пошла играть? Странно. Я написал ей, давай сейчас приглашу, и все, она не, даже на сообщение не ответила. Понял, прикольно. Ну, пошли тогда втроем. Блядь, пиздец, такая засада сейчас была. Просто тип все патроны забрал, просто я вектор беру, он все патроны забирает. Пиздец, дальше бежим вдвоем. Я забираю калаш с всеми с патронами. Он успевает взять какой-то обостренный пистолет, этот, сука, его перезарядить. Я даже не видел, что он пистолет брал. Охуеть просто, блядь. Калаш реально вблизи проигрывает пистолету, пиздец. Во-первых, перезарядка дольше у него, во-вторых, что, блин, он медленнее. А он с Димой, походу, играет. Она с Димой играет? Ну, походу. Но я ж не вижу Диму в этом, я его исключил. Что там это, пацаны? Вместо... Я не слышал. Ну что? Что ждем? Нажимаю? Я да, нажимаю. Да, да. У тебя что-то лагает. Нажимай, нажимай, нажимай. Панфил, тебе Паша ничего не говорил? Ну так, значит, что? Он просто вышел и все? Нет, почему? Он сказал, все, спокойной ночи, я пошел спать. Давайте, играйте. А, понял. Давайте. На прошлой катке хотите прикол, тиммейт убил. По кайфу, типа. Меня и еще одного. Тумхаешкой нас взорвал. Вместо того, чтобы поднять. Он прикольно. А может было за что? Да нет, мы просто, типа, он АФК стоял. Я говорю, давай, заходи в тачку, типа, залазь. Он такой, не двигается, резко выходит с вектора, на собой говорю. Нормально.
Вот-вот. Че, я тоже периодически своих убиваю. Вы в пакер? Да-да. Район? Чекай народу, блин. Никого не вижу. Небо, звезда-то. Я не видел никого. С нами никого нет. Пятерки нам на месте. Три пачки на балконе и на втором этаже. Окей, возьму. Мне М-ка нужна, если чё. Видишь, шлем. Возьми. Давай я возьму. 8-х снижен? Да, шестерку бы отдал. Всё, третий шлем забрали? Да. Какой неприятный. Еще третий шлем. Еще третий. М-ка топовая есть. Поставь метку, о, спасибо. Поставил. Третий рюкзак тут же наверху. Сейчас пойду туда. Еще третий шлем, прикольно. Я бы за мной побежал. Глушители сыры есть? Ну, пока не видел. На что еще раз? Жопа на МК нужна. Это что такое? Снайпер. Снайпер райфл. Снайпер райфл. Окей? Есть жопа на МК. Я себе нашел, кстати говоря, только что глушитель. Жопа на МК нашел. Мне пятерки нужны, чуваки. Вообще по пятеркам тут херня. Пятерки есть тут? По пятерке вот в этом. 170. А, ты набрал, иди да? Сюда, вот, иди там? Сюда. А, это тебе восьмерка, да? Иди. Пятерки нужны срочно. Жопу скинул на М-ку, тебе что не надо, блядь? Олень. Олень. Блядь, ебать, мать, блядь. У меня 0 патронов. Дам тебе чуть-чуть. Чуть-чуть прям ноль. А зачем тебе тогда брать М-ку? У нас сейчас ну, не будет пятерок на двоих, понимаешь, нормально. Возьми, бери, там что-нибудь такое. Блять, хуй его знает. Да, наверное, надо искать что-нибудь другое. Получается, сейчас и у меня не будет достаточно, и у тебя не будет, понимаешь? Мы будем делить на двоих. Дай мне обойму. Одно. Я могу ВСС, конечно, взять. Не знаю, но просто с М-ки
более-менее нормально играет. Ладно, давай, на тебе, я СВСС покатаю. Нет, ты добрый, ой, блядь. Для хорошего чека не же. Чё-то наш друг, по-моему, киберспортсмен какой-то. Ебашит там кого-то. Бот, а у меня тут склад целый. Не знаю, у меня тут 4 чела. Ебать, зона за 3 пизды, давайте сразу туда пойдем. У меня точка. Подожди, мне тебе надо 9-ок набрать. Снайпер райфл. Девятки, девятки, ты чё, ВСС-ку взял? Да. Да ну, человеку надо было помочь. Я ему отдал эмочку. А, у Вилмак есть? Эмочку, блин, отдал. Да, есть. Вот есть. Девятки тут. Все, мне хватит. 250. Скинул, да? Ага. Все, вход похоронил. Ну давай попробуем, привет. Давай попробуем сейчас после этой карты. Глушитель СР, ДМР нужен кому-нибудь? Да, нужен. Сейчас посмотрим, если это читак, то мы его еще заебеним, короче. Вот наш тиммейт четвертый. А, мы уже играли? А что, желтого не будем забирать? Ааа, блядь, желтого не забирать. Желтого-то я забыл. Вот ты, Вася, блин. Ну что, зажимайте тогда, когда я по транспорту. Я ВСС. Я по транспорту зажимать не смогу нормально. Дружище, прицом. Бать, у меня 8 дымов, как вам? Блять. Один коктейль и все. Дайте по щелку, пожалуйста, увеличенный магазин быстрого доступа. Ой. Можно, пожалуйста? Ой. Увеличенный магазин быстрого доступа. Можно, пожалуйста? Не, он упал. У меня магаз увеличенный. Он упал, если что. Ну дай, пожалуйста, тебе обычный дам. Да, давай. Там глушитель есть, еще лежит. Так, сейчас. На, у тебя просто обычный. Да, я же говорю, обычный дам. Ну я думал, ты просто быстро должен. Не, у меня просто ВСС, мне нужно, чтобы быстро перезаряжалось. Да, я понял. Да. Глушитель забрал, наверное, да? А что ты без скинов, дядя? Скажи, пожалуйста. Да, зона. Разбиратель складов. А. Мы с складом играем. Походу, тренингах без майка, в шапочке. Читер вот этот, походу. Что? Четвертый, так что. Мы складом так играем. Ну, с пати своим. Ну так себе. Мы бегаем. Я тебе отвечу. Хочешь, давай прямо сейчас в диспорт пойдем. Долго играешь уже? Да, месяца два, может, три. Че, прыгайте, поехали. Ты типа такой байтишь или че? Гигабайт. Ебал, ты кимпы обоссанные. О, правильно делаешь, что слева эти бежаешь дома. Там еще кто-то едет сзади. Не наши причем. Да,
Едет тачка. Две даже. Перезаряжай, давай быстрее. Выстрел в голову прямо в машине. Странно. Да, да, да. Они играют просто так вот складом, понимаешь? О, да. Да, уебал. Ебать! Где они, где они? Метку можно? Я вроде ёбнулся. Тут в доме, тут в домах есть вроде. Понял, понял. Видишь, тачка стоит? Вижу. Но это не точно. Сука, ебаный рот! Просто сзади прилетел, шел, пиздец. Поехали, Миша. Давай прыгай. Ох ты, блядь! 210. Сука, не успею, наверное, захилить. Прыгивай. Выебать его надо. Все, поехали. Поехали, поехали. Он вот за камнем валяется. Машину вперед поехали. Не, нахуй. Бля, дерево ебало. Пойдем, да, со стороны. Да, с фоксом-то проблем нет, наверное, тут такое. Я ебал в рот эти горы, сука, они меня затрахали, блядь. Древнегреческий паркур. Че, всех забрали? Где-то мой должен откиснуть еще. Не знаю. За камнем, за камнем. Да, вот блядь. Упаляет. Чё, тачка едет? Тачка едет. Стреляем по тачке. А, далеко. Сразу... Вы заебали. Дайте, блядь, повоевать, сука, блядь. Что это за хуйня, блядь? Сука, 0 киллов. Блядь. 24 человека просто. Серьезно, блядь? А где он? Откуда? А. Три рыла там сидят, слышишь? Просто три рыла, ебать. Ну а дым можно по мне кинуть? То что, что? Подними его, зеленый, чё ты убежал? А, теперь вижу. Я думал, ты впереди что-нибудь. Я слепой дурачок. Одного есть. Что вы подниметесь друг друга, нет? Он поднял уже. Тебе боликом дать? Есть. У меня, кстати, аптек 0. Есть у кого-то аптеки? У меня 7 штук. Если хочешь, давай дам. Дай, пожалуйста. Я не знаю, как к тебе подойти, я просто если побегу, меня шотну сразу. У меня и броник, и шлем убитый. Я пойду к тебе подойдешься. Не съебались, походу, больше не пикаются. От души души вал душу. Они нас не пушат случайно? Да ну. Не знаю, они что-то там вообще вот какие-то долбоебы. В первых касках там, блядь, сидели, блядь. А правда шо дали? Давай вперед пробегусь. Хотел транспорт собирать.
давайте, уезжай. У меня теперь вообще фулл первый армор. Блядь! Сука! Да иди, дай мне! Да, сейчас меня добьёт. Ты чё, мне говорил ехать? Я не понял, что тебя высадили. Ты вообще-то смотришь чё-нибудь? Я хрен его знает. Не справись, отойди. Да, тут дымщики такие, да и игроки-то, смотрю, посредственно. Миша что-то вообще нихера не... Сейчас будет через аптеку еще хилиться, блядь. Хилиться. Не, смотри, через бинтик, блядь. Смотришь, я не успел просто понять, так быстро все произошло. Поднимет бронь снесли. Сейчас посмотрим над этим типом и... Ну, самого первого броник, первый шлем. Зато целые. Че на метах выхилишь? Один фу, где? Че, ребята, сильные. Инфу дадите, где стреляли? Не знаю. Ты, а что с тобой? А что ты там? Алло, алло, шоколад. Чё? Что там у тебя? Хуй знает, что тебе говорили. Что ты там отпочковался сам по себе где-то? Да хуй знает, вы что-то там звоном играете, я поэтому... Челики. Где? Понял. На горе. Понял, понял. Окей, куда-нибудь еще принять можем, да? Ха, нормально. Я даже не задумался. Один был? Нет. Где ты там их находишь, блядь, заебал? Да вот они, бег. Анфила, посмотри, пожалуйста, это читак или нет? Стреляет или что, я не понимаю. Прилетает как будто под ноги. Поехали в зону, короче. Цепляйте меня тоже. Антил, ты тут? Антил. Заебал.
батя бежал, блядь, ёбаный рот. С той стороны нельзя было сесть? Не-не-не. А куда тут пошли дальше? Да по-любому читак. Сейчас зона была не сюда. По-любому, упадет. По-любому читер. Аптеку возьмите. Сейчас. На место нет. Типам напишу, чтобы они его за этого. Нету читак, пишет. Армор третий есть? Этом, как его. На, теперь шлем не стоит. В комментариях в ютубе, что типа... Короче, я его там что-то 177 аккаунт и за него забанил. На него все репорт кинули. Бей ему зону, че ты, блин, дядя, блин? Да, подыщи. Да, ты с края поиграем нормально. Куда торопишься-то? Кто-то попадает, это я наш. Бегать будем, зона потом пизданет нас. Все, погнали в зону, че вы? Да, посмотрели, да, ничего нет. Это кто? Мне сзади. Это наши? Двое. Еще один на углу прям. Не болели, докинули. Прям на углу у меня. Я сейчас умру. Да, я упал от Малика. Ну поднимай сейчас. Я одного нокнул. Да. Давай добивай, поднимай сейчас будет. Дом зашел. У меня. Добивать сейчас будет меня. Нет. Мимо прошел. Поднимай. На второй этаж поднялся. Поднимай, дядь. Я на улицу выползаю. Найс. Хорош. Поднимай. Я его подниму. А, сейчас зона у нас есть, дядь. Там. Да, я сейчас репортирую. Потому что, блядь, вы не хотели идти. Охуенно же. Толбили. А при чем тут? А я не успею, все, блядь. Надо было через бинт. Уезжай. А, все. А при чем тут не хотели идти, блядь? Откуда ты знал, что там крысы сидят? Вот откуда ты знал? В натуре. Блядь, вы лутаете какие-то сараи, блядь. Я говорю, да, поехали. Похер. А смысл я ехать? Тут зона рухнула и поехали. Там. Смысл ехать, когда ты не знаешь куда. Прокнет зона. Я метку показал, смотри, она в зоне. Блядь, а если бы она не была в зоне? Она же в зоне. Блядь, ебать логика. А если, блядь, 80 к 20, я все равно рискую, блядь. Хрен. Всегда играть лучше от края, с центра играть сложнее. Ну, понял. С краю вон выйдет. С центра по тебе будут стрелять все, кто с краю. Надо еще и играть, если что, вот так. Первый такой. Хорошо, я поиграл. 12 киллов. А потом ты ничего не сделал, как не стреляет. Сука, че он бежит? Гектор Ру. А. Ты статую его посмотри, я репорт кинул на всякий случай. Понятно. Просто мы играли с таким, он рассказывал. Да у меня Блади мышка, блядь, ёбаный рот, я поэтому так попадаю в головы. Может надо... Вот эта хуйня, типа, я без кино, потому что мы бегаем все так, ну как-то странно. Не, я тебе серьезно говорю, мы сегодня с Владом так бегали. А нахуя? По кайфу. В чем прикол? В чем кайф? Не знаю, чел сказал, предложил, я такой, да погнали. Вместо момента я так не менял. Бегали в ковбойских шляпах, трениках и туфельках черненьких. Блядь, надо было через бинт хилиться, я что-то не посмотрел, что зона такая уже сильная. Там меня даже не начали поднимать. Я что-то думал, что да, понятно, он уже посмотрел, что все трындец, и побежал, правильно сделал. Блядь, я не говорю то, что он неправильно сделал. Блядь, сука, я просадил, получается по одному, а их двое, и они сразу вдвоем по мне зажали.
Да тебе бы, Миша, там бинт не помог, зона уже коцана нормально. Да-да-да, там она уже сильно пошла. Тебе бы помог только совет первого. Свалить оттуда нахер. Опа-опа. Такое, блядь, акула такая, блядь. Плавник такой показал. Да-да-да, такой именно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, хорошо. Чего это? Я даже не видел ничего. Это было так красиво. Не, это было хорошо. Смотри, он не один. Я знаю. Больше сразу нет. Дома. Дом. Смотри, мой пушить будет. Отхилься ты уже. Дольше ждешь. Для твоего. Там вектор, ты зря так пикаешься, слушай. Там челик уже залутал, наверное, друг этот, которого ты наткнул. Каски стопудово нету. Аук? Челик слева был. Да челик слева. Бля, я в дропе застрял, охуенно. Нормально. Сейчас тот выйдет. А все сгоришь. Да, это же вообще было супер. Супер игра, супер катка, супер мощная катка. Это вообще просто, блин. Скажи свой ник. Такой же? Итак. Сейчас, ребят, перерыв 5 минут, окей? Отойду. Большими... Что-то как-то ты странно играл. В третьем сезоне только. Понятно, это буду очень так.
четвертом сезоне мы не играли, в третьем сезоне не играли. В втором ни в каком. Читер 100%. Ну, тебя нету. Ты вообще не в игре. Меня видишь? А у тебя принять все вот так вот стоит уведомление? Не принимать. Отклонять все. Сейчас, короче, я их кикну, потом приглашу. Ну, пригласки, да? А, у тебя... У тебя этот, как его? Здорово. У тебя... С этим, со слэшем еще же. Снизу. Да.
Ну что, мне приглашать четвертого или как? Не, мы ждем четвертого. Сейчас, подожди. А, ну ты ему уже кинул пригласил, получается, да? Он там отошел на пару минут. Окей. Пам-пам-пам. А ты где живешь, кстати? Я? Да-да-да. Я в Молдове живу. А, ну у тебя там нормально с серверами, да? Пинг какой у тебя? Да хуй знает, мне не покажет. А, ты отключил эту херню? О, не включал, точнее? Угу. Да-да-да. Ну так себе, у меня просто я с ноутбука играю, у меня сам ноутбук парень. Поэтому так. Ну типа, играю я неплохо, ну не прям хорошо, неплохо играю, но комп иногда может подвести. Ну, КДшка у тебя совсем неплохая, я так смотрю. Ну, я типа, ну такое, блядь, на это даже не стоит смотреть, если ты играешь с читерами. Типа, статистика здесь автоматом выключается. Ну да, ну, смотреть? В принципе, мне тоже, допустим, вот с 3.5 только читаки появляются. У меня 2.8, а сейчас 2.3 вообще упало. Ну. Ну вот. Мне кажется, глупо вообще смотреть на статистику, когда ты 100% играешь, если в пати, то у тебя читеры будут это 100%. Если я даже сколько играл, я читеров убивал. Да мы их вот гасим, сколько он вчера, допустим, блядь. Вообще, этот был на стриме прикол. Читер меня в голову, короче, на аирдропе валит. Вот тип, ну, наш тиммейт подъезжает, короче, он его валит в голову, его мотоциклом, короче, давит. А второго его тиммейта банит в тот момент, когда он троих наших занокал. Ну, и все, мы его сковородкой его задолбили, блядь. Ну да, ты колдес. Читерами, конечно, здесь статистику нормально не сделаешь. Как минимум, в два раза лучше с нынешних показателей точно было бы играть. Я соло тоже много играю. В пати интереснее, мне кажется. Да, в пати базара нет, не интереснее. Но тут, видишь, читаков много очень сильно. Да, очень много. Соло и дуо поменьше. Дуо тоже есть, но соло прям мало. Ну, в дуо поменьше, да. Но все равно есть. Ну, все равно есть. И все равно будут. А сколько у тебя часов? Вот я посмотрел у себя. 360 часов у меня наиграло. Ну, в смысле, в этом сезоне. Ого, это много. У меня всего 220. Вроде так, правильно посмотрел? Ну, там же часы учитываются во всех этих, как их называют. Там соло. Ну да, но я нажал, соло, я нажал всего, короче. А, всего? Ну там какой-то странно тип вообще играл, мне сразу показалось. Когда он на ходу особенно хэд там дал, помните? 800 часов, короче.
800 часов, не считая, что еще соло и дуо. У меня сюда пиздёшь его, типа, мол, мы так просто играем ради кайфа, блядь. Да. Что я не верю в эту хуйню. Да, конечно, конечно. Да пускай кукушкам пойдет в лесу расскажет, блядь. Не, ну может он какой-нибудь шарут, блядь, во плоти, нахуй, во второй. По, блядь. Такой прям все на скиллухе. Все равно Никсон основывает. Да, мне понравился шоколад, хедшотик дал, блин. Ух, такой красивый вообще, прям. Да с АВМ легко стрелять. Ты с АВМ уверенно себя чувствуешь. Ну, не знаю, я иногда так проебываюсь он жестко. Иногда все заходит, не знаю. Я говорю, Авик, третий шлем и большая аптека, это все, это ты победил, блядь. Не-не-не. Тебя могут вдвоем с Вектора... Да, ну, бывает, так. Просто чекаешь, чтобы типа остановился, только готов стрелять, он хуяк и лег, или присел. Он тоже там стоял, например, стоит, вычекивает кого-то с каром. Ты такой, только собираешься дать, и он просто присед садится. Он просто начинает меня это бесить просто. Поэтому всякие лохи стреляют в туловище, в голову. У меня разочарование просто каждый раз, когда я патрон, короче, ну, жесткая фрустрация, когда каждый патрон с авика мимо летит. Понимаешь, если там с коряка, похуй, блядь. Сейчас попаду, блин. С авика, блядь, сука, материться хочется. А, типа патроны жалеешь? Да ну их нахер, скинул. Да. Мне с этой фрустрацией, блядь, я начинаю беситься, когда промахиваюсь. Вообще, блядь, чтобы чуваки напугались, ну и по тебе не стреляли, можно просто с авика выстрелить, шот сделать просто в воздух, чтобы они поняли, блядь, что за херня. Многие перестают пикаться в такой момент. Не, это так не работает. А я и работаю. Никак. Ну не со всеми, но работает. Я, блядь, раз авик с ВСС-ки перестрелял, это было жестко. О, чувак, пока-пока. Бомбучу получил, сейчас АФК выпрыгнет. Алло. Показалось, там какого дельца исключили? Не показалось. Че, летит там с нами кто-нибудь? Пока не вижу. Не вижу. Я в круг тогда прыгну. На арену, да? Да. На бочке, вот. На бочечке. Есть с нами тип один. Да, вижу, да. Один. Ну, скорее всего, с нами... Трое? Двое, трое. Петя, сквад. Все, сквад. Петя. Сквад. Пятеро. Я с тобой, а на бочке. Где они? Так, ага, вижу. Сзади. Они тоже разбросаны такие. Надо хотя бы... Ходите попарно хотя бы. Да, да, я с конфилом. Так, я желтым. Дымы тоже. Вот нахуй. Собираю. Панфил. Он еще все летит, ну. Что говоришь? Панфил. Ага. Что мертво умереть не может. Ну да. Страхую. СКС, СКС забери. Секс. Там тип рядом с вами, кстати, упал. Ну, видно. Вижу его, коричневое знамя. Да, вот тут вторая валяется. Две, да. Вон на втором этаже он сверху. Прицел он. Вот их четыре тут, что не берешь? Вижу, вижу. У меня шестерка. Правый еще один. Работает. Четверку парня возьму. Ребят, мне тут киньте, пожалуйста.
Последний этаж. Красиво, вижу. Читер, читер. У него прицела нету. Лоло попал. Тихо. Блять. Тип накоцанный, в желтом доме накоцанный тип. Я в кирпичке вижу, бей. Высунул. Граната есть на последнем? Кирпичка на меня бегает. Как ему спускаться, дядь? Вот здесь, по краю. За забором справа. Рядом со мной справа будет. Я прочекаю, подожди. А, все. Хуйня, блядь. Сколько попасть ему надо? Так, это свои, хорошо. Прикрывай. Да, смотри. Еще один, да, за забором. Да, еще один за забором. Да, 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 да. Там, где ящик, ящик за забором. Да. Мне штак ебанул. Штак ебанул. Подбил, поднимай. Откуда ебнул? Да я не видел, блядь, там пролетело сразу очередь, там хуяк, блядь. У тебя Сузика ёбнули? Да, Сузика, блядь, на какой дистанции, я хуею. Блядь, забей, не понимаю. Да, блядь. Мог... Да, это пидорас ебаный, блядь. 65, ребят. А, вот, 55 возле арены. Вот тут. Ебаные петухи, как они заебали уже, сука. Сузи хуйну, хуй знает куда, блядь. Вот здесь, парни, уже идет. Так идет по кругу. Да, вас, чек, вас, вас чекает. Пока. Вас чекает. Вот здесь, здесь. За машиной, за машиной. Угу. Чекает. Слышно. Сузик. Слышно. Ты видал, блядь, это пизда, как стреляет, нам. Пиздализа нас наказал. Там так и стоит. А, не наказал. Я думал, это ты его. Это другое, там просто буквы подряд идут. Ничего такая. Так и стоит, чекает вас, с винта. Чего ты так долго смотрел там на аптеку? Что-то там затроил возле окна. У меня что-то залагало, блядь, они. Я даже не вижу его, где он. А он вот за машиной стоит впереди. Что это за хуйня? Как так сюда? Ой, бля. Все, киньте ему банки. Да, да, вон. Репорт. Репорт, сейчас он. Все репорт, дайте. Хуйнут нахуй, блядь. Да, 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 да. У своих там перестрелял. Сейчас, блядь. А вот этот, который. Да, видишь, никого нет у него в команде. Вы всех убили. Так пиздали зажубил наш. Да. А это мы убили. Да. Я что-то перепутал. Плохо, ман. Ну пусть один играет. Все, давайте выходим.
Короче, в складах сейчас читаков будет ебать урод. Готовимся к худшему сразу, на начале игры. Вазелина уже подписывай. Кем, Вазелина? Как только начали играть в эту игру. Правильный ответ. И говорил мой друг, дело, который меня подсадил, кстати, на паб. Вот. Он говорил, что типа весь прикол в PUBG, что у тебя очко должно быть постоянно сжатым. Да, это... Только расслабился, хуя какой-то крысёныш, блин. Да, до сих пор помню эмоции от первых игр, когда только купил стимовский пак, PUBG поставил, и как я просто в ночь всё проебашил в него. Ну, на старте было веселее. Было очень весело. Там, чтобы 4 фрага сделать на карте, это, блядь, было вообще жесть. Да, это пиздец. Было бы так попотеть. Я помню, как я входил в топ-2, вообще с нулями киллов, просто там ползал в конце, ползал. Пиздец, я вот реально помню, короче, как просто тип, ну реально какой-то там, ну нормальный игрок, и я там где-то в траве лежу, я просто там путаюсь, какое оружие там, как с него стрелять и так далее, я его случайно там как-то, блядь, бил, а это просто было пипец. Да, раньше... сколько я дох от зоны? Бля, я знаю свой, пацаны, вот вы знаете свой лучший выстрел, да, вообще в игре? Ну, как бы, надо выбирать с них. Когда я чувака высадил с коряка на 300 метров, который ехал в машине, вот это был хороший выстрел. Я как-то с МКшки Алик выебал со 4х, так хунь с пулькой прям в голову. Да не, типа такой момент какой-то, знаешь, момент. Когда я... двух типов, одного в голову, следом сразу второго, когда они добегали до этого, до укрытия. Потом, какой еще момент? Читака я выебывал. Ну, читак это такое. Я вот... У меня такой момент был, что я был за зоной, а один на один остался, короче, играл соло. Играл за зоной. Я был, бежал за зоной. И я понимал, что я не успею, типа... И уже как бы такой... Смирился, да. И в последний момент вижу второго своего. А он, как я в конце понял, был в 300 метрах от меня. И я на последнем вздохе... Ты заебал, спрыгнул, куда я спрыгнул, блядь, и еще идешь, блядь, лут забирать, заебал, блядь. Эй, я историю рассказываю. Вот. Ну, давай, и давай. Вот, и... И у меня был какой-то, не помню, какой-то хуёво какая-то винтовка. И вот, в общем, короче, я вижу этого чувака, и у меня просто остается время на один выстрел. И я вот этим единственным выстрелом убил его и взял топ-1. Ну, круто. В голову попал ему. Бывают такие прям перлы, что ты такой, ауф. Да, вот типа таких вот. Вот это мой самый лучший выстрел. Ну, блядь, я не... Ну, реально, я о них быстро забываю. Я не так ты спрашиваешь, блядь, за такое, ну... Просто, блядь, я с первого сезона играю. Я, ебать, в рот, думаешь, помню, блядь, все свои лучшие выстрелы. Как бы последний, то есть, там, недавно... Вот у меня запомнился вот такой. А, еще выстрел был у меня охеревший, просто прям охеревший. Кто там, блядь, сзади меня идет вот это, а? Я. У меня... Пидорасы какие-то, блядь. Выстрел, короче, был охуенный, когда... Нельзя так говорить, на Твиче! Когда... А ты сейчас стримишь, Панфил? Да. Как, короче, а, как, осуждаю. Когда я это стоял на школе с М24 с X8 прицелом. Блять. И рядом Матак, короче, проезжал. Прям в упоре у нас. Ну, параллельно. Я как и фликшотом, короче, снес мотоциклисту голову. Нормально. Это тоже было круто. Чем снес? Башку ему снес, фликшотом. Че, как башку я мотоциклисту башку снес? Мотоциклисту, ну. Да. Ну. А что такое флекс? Фликшот?
Ну типа на реакции просто. Типа, да, на реакции просто дал он. А, я думал, флагшот это, что за оружие, что ли, что-то, блядь, кулаков, что ли. Дедшот есть, флагшот, да. Камшот, блин. Камшот, блядь. Камшот, да. Камшот Петрович, блядь. Кому-то нужна эта четверка. Камшот. Не-не-не, в ней четверку, да? Реально, внизу скину. Точку скинул. Шот, вот это видео был. Блять, ну зачем? Чё, сука, блядь? Ты мне третью броню покоцал, пидор. Ой. Сорян, я хотел мимо выстрелить. Короче, ты сам сказал. Пётр ты, короче. Гнида, ты просто у меня под носом забираешь у Вилмах, тварь ты такая, ты меня так взбесил. Блять, сука, пострелять тебе под ноги решил, блядь. Пётр, блин. Вот тебе еще один у Вилмах. Дебила кусок. Сука, принес, блядь, мне живенько, блядь. Сейчас, нахуй. А? Размечтался. Я тебе сейчас принес пару шотов с СЛР принесу. Бля, да, СЛР? А у тебя чё? Коряк. Возьму коряк. Да. Ну, помогнемся потом. Заряди коряк, заряди с СЛР, ты тебе... Сексуально говоришь. У меня только без подчёчки. Заряди СЛР. Без подчёчки СЛР. Бля, ну вот я и хочу подчёчку. Не, ну я сейчас заряжу, коряков смогу и мы махнемся просто. Можешь на кар подчёчку поставить, а потом это... Ну да, да, да. А, блядь, будет это, ладно, надо взять личную. А у меня есть увилмаг на ней, все, она почти фулочка, только подчёчки не хватает. У меня увилмаг быстрого доступа. Увеличенный. Он нормально. Сука. Возьму. Блядь, где-то проебал УКФ-ку у нее. Дымы не забывайте, пацаны, дымы. А, все, есть УКФ. А то в прошлой катке я смотрел за вами там дымами, вы на зимний не особо так пользовались. Да, какой там дымы, там не успели, да нас быстро пошли, блядь, запиздили, блядь. У меня было там 4-5 дымов, блядь, было. Было 6 дымов, ни одним не воспользовались. О, что-то у нас этот отвалился. Первый. Да ладно, невелика потеря. Ну расскажи, ты про него думаешь. Да похер. Аптеки, хил, что это есть про это, да? Какой прыткий, блин, пидорок, блин. Ой, осуждаю. Я все забываю, что ты стримишь. Я нашел подчёчку. Ну, так в лексикон уже так можно. А я нашел СЛР. Компенс нужен, наверное, что ли? Не-не-не, давай поменяемся. Да-да-да-да-да-да-да, я не верю. А у тебя, подожди, иди сюда, у тебя кар? Ты хочешь кар, да, Панфил? М24 вот тут лежит. Кар хочешь? Мне подчёчка нужна пока, я все нашел. Короче, тут коряк, тут коряк есть. Давай тогда, да. Я, короче, М24 возьму. Увеличенный магаз только оставишь, ладно. Ну, на М24 будет. Ну, магаз и этот. Да. Я оставил тут увилмаг, я захвачу. Спасибо. Ты коряк взял, Миш? Да, взял карту. Есть тут тройка, у меня с собой этот... Ёлочка, компенсатор и этот, как бы, и увелмак обычный. Ксовыш. Ну чё, погнали, блин, ё-моё, чё? Машину там поищите. Второй нужен только мне этот. Отхилься, Пятёрок маловато, у меня пятёрок 100. А я отхилен. Мне показывают, что не на пул. Бать, не запрыгивай в окошко. Куни-варвар, блядь. Ой, блядь, куни-варвар, блядь. Голову. О, пиздолизм задолбил. Понятно.
А, это которого я убивал. Так, пацаны, обменчик. Да, что вас? Ой. А что тут у вас есть? Оуш? Уилмак, а, все, контент, за... вот, контент забирайте, мне не нужен. Уилмак. Ай... А мне тоже не... Все, все забрал. Компенс не надо, да? Не-не-не, нашел. А куда едем? А просто прямо. Пикадо? Далеко до Пикадо. Вот, Валя, я встал так вообще. Давай, Гравьер, да. Че по пятеркам? По пятеркам? У меня магазин и спутинка. Я фулл 7. На семерка, да? Найдете, заберите чуть-чуть. Не, маловато. Мне второй броник. Опа. Опа, прям рядом Сквирта, убил. Сквиртослав задавил нашего типа. Может сюда едет, будьте готовы. Я залезу на газ. Потому что он по дороге. Сквиртослав, блин. Сквиртослав, да. А ты был в том домике? Убивает. Добили. Вон там еще, там еще. Ё-моё. Я сейчас залезу повыше и посмотрю. Шесть. Вертикалка. Пятерки вот. Аптека есть лишняя? Каска вторая. Да, здесь есть. На этом. Мимис, пацаны. Нашел каску. Ну, Сквиртослав, иди сюда. Иди к нам. Бедняжка. Ты его подзываешь, так? Да. О! Читер, читер, читер. Читак? Да, ну а как? Он вышел и сразу стреляет по мне. Я ему дал два шота. Вот пятерки у нас. Да-да-да, я... А, я не дал мне. Ух, тихо. А, блядь. Да, читер. Я спущусь вниз, стой. Да тихо, сейчас. Дай шесть тихо. Бля, такой блюдо. Угу. Аптек есть? Ну, тим, четверку, дай. Махни. Какой ты быстрый, блядь. Самая быстрая рука. Батя, у него этот, по броне, короче. А где он, где он, где он? А с заборчиком там. Я дал метку. Там забей, там скорость такая, вроде хуй, как ебшил. Ну да ладно, я в него дал два шота. Не вижу его. Чего? Посылай. Ну, бля, я не знаю, кто, бля, он меня так накидал, да, тебя там высунул. Да, он... Не увидел. Не, я не вижу его, просто так. А-а-а. Он не успел уйти. Он не дал мне уйти. Не добежишь. Бля. Дымы кинь как-то на себя. Все равно пытаться стоит. Хотел поближе к вам перебежать. Дымы чуть-чуть мимо. Вот, на холме он. Еще дымы есть кинуть? О, бля, хаишку бросил. Стоит, стреляет. А, прям на горе? Бля, не так, сейчас он так четко вышел на меня, понимаешь? А когда я сюда вышел, он, блядь, пошел с собой, стал пидорок, блядь. Хорошо. Ой, хорош. Хорошо, добить добить надо. Я его не вижу оттуда. Все, поднимай, я иду. Быстрее. Кто там стреляет? Там другой. Да ты в дым нахера попался, я бы тебя за тачки поднял. Не надо, быстрее. Что? Да я тебя не подыму, потому что он ВХ. В итоге никого не поднял. Блять. Ну ладно, да ладно, чё нервничать, типа, всё равно.
Виноват, все равно читер, а не мы. Делись с ними, похуй. Все штука, энергетики, все. Да делись что-то, куда ты не уйдешь. Лучше тебе перебег, лучше наказать его. Я его не вижу. Наверное, у него суперскорость, он свалил. А, прошу. Подбери лут у нас. Не дай его увидеть, блин. Да нет, его там нас не выставляет. Он сам тебя найдет. У меня в принципе это все есть, у меня, блин, полный рюкзак. Литая броня. Твоя? Сейчас надо его только ждать, я не знаю, что делать, в принципе. Идти умирать, кидать всем репорт на него и идти новую катать. Что нахрен ждать? О! Вот. Все, дай ему себя убить. Это все. Они точно. Это ты его видишь. Ты его видишь, да? Да. Че один? На спидах меня пошел удать. Не, упреждение где? Близко. Да не особо. Давай килим-то. Хорошо сейчас будет. А, блядь. Да хули брони-то не было? Домой. Брони-то иди домой. Иди посты, говори такой. Да, надо было отхилиться, не хотел. Да похуй. Бля, я так хотел ползти, раскидал все, они меня нашли. А как его выкинуть? Шоколадку. Шоколад. Исключи. А как? А, друзья, как нажимаешь, где добавлять? Там крестик. Самый правый уголочек нажимаешь, там где циферка. Угу. А что только Мирамар? Ставьте все. Не, понятно. Мирамар, там оно надо. И поставить, не похоже. Мирамар такая, более-менее там. Я в основном только в ней играю. Чё, да зимка тоже хорошая. Не, мой ком не тянет зимку. Слишком ярко, оно в буке мне слишком ярко, и я вообще ничего не вижу. У меня тоже в буке ярко, я приглушил чуть. Ну, это мне что-то не помогает. Глаза болят. Ты тоже без освещения, да, играешь? Потому что освещение такое конченое, блядь, в этой игре, блядь. Ну, так себе, да. Что только не пробовал. Реально все.
Ничего, блядь. Да не нахуй. Освещение может отключено, не? Что? Может быть, освещение в настройках отключено, поэтому все такое белое. Ты сейчас кого-то не понял, о чем мы говорим. А, да, не понял, но я решил, если я... Ну, мне казалось, что я понял. Куда прыгаем? А так лучше включить или отключить? Если освещение включить, то фон будет менее белый. А прыгать как? Хочу выпрыгнуть с самолета, подскажите, что нажать? Еф, еф. О, спасибо, Кай. Только ты не прыгнешь, пока на карте глянь, на М-карту, пока вот до кругляшка не долетит. Спасибо, спасибо, Кай. Ну чё? Надумай, а опять туда же? Да, блядь, помойка конченая, нахуй, место. Давай пикадо, может? Давай пикадо. Давай начну на херу, значит, на чего херу, нет? Не, пикадо. Давай вот на арену сразу. Да, да, или да. Вот, или где вот домики, да, 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 согласен, поддерживаю. В арену, короче, на арену. Что, на арену? На арену. Блядь, вы шарами обладаете? Буй. Буй. А сколько вам 7 лет? 19. Мне 30. 36. А я так и понял, что к вам обращаться, мужики. Буй-буй. Да, с нами много. Хорошо. Отчасти. Ну, походу, ну, мы... Если в один дом прыгнут все, это плохо. Все, нормально. С нами вроде никого нет сюда, на арене. Сука. Что ты за мной бегаешь, что ли, дурак? Ой, все все патроны пособрал у меня на этот, как его? Я тебе отдам их, я тебе отдам. У меня нету патронов. На, найди. Где? Я тебе отдам их. Случайно взял. На злоте. Блядь, рюкзак. На, на, возьми. Этот, есть эта хуйня, короче, запускать, поняли, да? О! Потом запустим хуйню. О, на пятерку. Коряк. Коряк лежит. А как запускать ее, подскажите? Выстреливаешь вверх, только не в потолок, а на улице. Понял, понял, спасибо. А чё ты ракетницу со мной не взял? Блядь! Да я взял. Я пистолет, блядь, сука, забрал. Так, Я на ходу поднял скорпион, я забрал. На-на-на. Давай, да. Я этот взял на ходу. Я калаш? Да, и Патрика вообще пиздец мало. Я себе на то... Заходите во второй ранг, рано, пацаны. Под... Надо прицел. Я эти бомжовки полутаю сзади. О, патроны есть. Двойку могу дать, дайте. Давай. Мне что? Я тебе? Ничего. Окей. Недостойно. Договорились. Неплохо одно. Сука. Много народу вообще падало, что я даже не обратил внимания. В апельсинах никого, да? Вроде нет. Осуждаю. Осуждаю. Я сейчас точки буду накидывать. Давай. А что ты в моей же лутаешься? Да разве я... непонятно, что я лутал тут? Да я залутываю тут, что ты не взял. Охуел, он просто охуел, вот так скажу, блядь. Я уже давно заметил, ты хуйню снимал. Дуру-то не гони. Не, типа это же ему хуже, он же лутается. Да, да, да.
Осуждаю, осуждаю. Вижу человека. 165 за баром. Вижу человека, не вижу препятствий. Метку дал? Второй, да. Вот в этих домах нет. Блять, без головы. Голову вперед, да. Нас голограф особо не постреляешь. Но не в этих домах, короче. Коряк еще один. Возьму. Упала экран. Так, мужики, могу четвертый прицел на шестой поменять, отдам шестой. Парни, давайте будете меньше говорить, я просто отдам людей. Без базара. Я хотел шестикратник отдать, но как хотите. Просто отметь его, я возьму. Разные методы, дорогие, да? Вижу. Попробуем что-нибудь сделать. А товара него. Боюсь, что как. Ади коряк там все. В предыдущих домах. А, заметки понял. Там же за забором или нет? Не вижу за забором. Не вижу я. Забор. Не вижу, да. Угу, я тоже. Шестиэтажка, третий этаж. Угу, да, балкон у нас. На самом верху, да? Ну еще и наверху, и на третьем этаже, и два. Они перешли в эти шестиэтажки. Понял. Привет. Что, синий, поиграешь с нами, нет? Да я вообще-то в одного просадил патрона 3, а, я вижу, просто в другом месте. В другом месте. Тихо. Миш, последний этаж чекает мою сторону. Правая сторона, наверное, или левая? Не на меня смотрит. Там их или двое, или трое, непонятно. Кто пострелял? А, читер с машины. Я. Читер с машины, парни. Угу. Я вернусь с корякой, слышите, на этот, на ринг, и оттуда буду стрелять по пятиэтажке, окей? Так понял. Шестерка где? Скажите, пожалуйста. Гранаты ищите и просто запинады не кидать. Шестерка нужна, у кого там она? У меня. Все, сейчас возьму. Меня найди только. Да, я иду к тебе. Сейчас я займу почти нормально. Трехкратник есть? У меня тройка есть только. Да, нужны в Уилмакте. О, души вообще души. Тройка нужна? Тройка, да, тройка. Забирай. Все, сейчас я пойду их. Еще разочек дал. Кройте, сейчас забегаю. Я их тут байчу потихоньку. Гранаты есть? Есть гранаты сюда? Сейчас! Пиздец, это охуительно просто. Они на последнем. Вижу. Их сейчас охуительно тут будет видно, я сейчас отвечаю. Сейчас они охуеют тут, блядь. Спустился вниз. Их там трое. Все, бегает. Вижу. Угу. Ракет. Может, зарашим? Не-не,
Я иду. Нет, надо хотя бы одного ногу. Второй этаж вижу. Третий двое. Я посмотрю. Кто-то рядом со мной бегает. Вот ты. Нет. Третий этаж. Да, смотрю, смотрю, они совываются в окна, с окна в окно. Мотак едет. Полетел. У тебя второй. Принял. А где он меня? А где он? Подробнее можно? За домом бот у них бегает. Под домом. Бежит к вам, пацаны. Либо окно третье. Дал по ним. А на мотоцикле кто приехал? Сюда. Это бу. О, парни. Второй этаж. Можешь поднять мне? Подними, подними. Да, вижу. Выебал. Второй этаж выебал? Первый. Третий к тебе, третий к тебе вышел. Поднимает второй этаж, попал. Блин, чуть-чуть не убил. А где он, где он? Попробуй меня поднять. Он там же. Я его не вижу. Я из-за домов ничего не вижу. Не могу тебе подсказать. Можешь ко мне отползти? За забор туда отползай. Граната летит. Он скорее всего с той стороны дома. Вот туда, вот где смотришь угол красного дома, там четвертый. Рядом со мной он где-то бегает, блядь, сидел. Давай. Бля, что это за читера босса, блядь? Да это не читак. Хуево позиция у него. Че понятно все. Друг, нас там убивают как бы. А смысл с ними стрелять, если они там вместе? Все равно подниму друг друга. Пошел, отдамся. Дайте инфу, как мне к ним подойти. Алло, алло. Дайте инфу, пожалуйста. Да ладно, ебать он, лёг! Что, блядь? Что, как он выжил, нахуй?
Ну, сорян, пацаны, я просто занят был этим многоэтажкой. Как обычно, хуйней. В смысле хуйней? Там много типов. Ставь все карты. Я хочу рангель показать. Ставь рангель. Алло, дядь, поставь рангель. Дядя, поставь рангель. Ты кому? Меня? Да не, почему ты? Данлох, я к тебе. Как его называть, не знаю. Данлокс? Данлокс? Ой, хрен знает. Пиздец, что-то че такое, блин, просто до хера. Да Твилки зажал по типу, и он выжил. Пика охерей. Допрыгнем, да потом, может, рангель понял. Че вы говорили? Рангель, говорю, поставь. Тут читеров в два раза больше. Слушай, а как получится не материться на Твиче, если, например, ник он хочет. Типа, если ник у типа, например, ну понял, да, пи и заканчивается на ас. Как получится к нему обращаться? Петр. Петр, да? Или Питер. Питер, да. Питораст, может быть, еще. Педуард. Педуард, да. Я говорю, блин, выключи нафиг это освещение свое, стрим без этих, блядь, без теней. Это фигня, блин, ну божественная просто, блин. Тени эти убожества окончены, санная. Вот я просто смотрел сегодня стрим твой. Просто едешь весь в этом в пластилине в каком-то, блин. У меня тени отключены. Чего, блин? А чё на стриме они есть? И без освещения. Без освещения я не буду играть. Без освещения вообще играть, блядь, молоко. А на зимней карте вообще ни хера не видно. Я тебе написал в WhatsApp, посмотри. WhatsApp читаешь, дядь? Дядя! Да, но тут ничего нету. В смысле нету? Как-то нету, когда тебе 3 сообщения отправил. Как-то нету. Как это работает? Почему он не показывает тебе сообщения? Ой, WhatsApp уебищное дерьмо, походу, короче, вообще, у него сервера, блядь, его ебаные, блядь, постоянно что-то висят, блядь.
за ник такой интересный у первого? Заебался аккаунты создавать? Так, нет. Фантазии не хватило. Это просто чувак, который Икею в столы был. Я тебе ВК написал, слышишь, ты ВК не читаешь? Едем потом. Окей. Нет, мы не приедем. Почему? Мы приедем, дадим там 7 пиздюлей, приедем. Будет операция Сидакура. У нас четверо. На ту сторону падают все. Практически. Да, да, у меня еще тип. Ну, ты там сам как-то. Я только... Как-то так. Еще один в церковь. Еще один справа, надо мной. В церкви вижу, наверх пошел. Понял. Смотрю за... Бля, ну это читера, босса, сука. Он с X6 так попадает на юмпе, бля. Где он? Где он вообще? В здании. Ладно, все опасно. Ну вот, сам смотри, что это, блядь? Дрын, все в голову, блядь. Сразу в Томпсона, блядь. Охуительный, блядь. Блядь, ненавижу без прицела. Перезаходим. В дуо пойдем? Да, давай. Заебали читеры, думал, был поменьше. Дальки. Как-то не идут катки. Читерами, блин. Каждый второй, блин.
Ага, поехали. Так, по мне без освещения намного лучше, чем с освещением по плейте. Что же ты заснул? Четверо. Четверых вижу. Двое уже тонули. Двое на Шамиль, один на Шамилевский, один на твой дом длины пал. А, один на твой дом. Да, да, понял. Вот его и будем ебать. Наверху. Да ладно, у него тоже УЗИ было. Долгий, долгий ты. Да блять, ты скажи, в каком углу, ёбаный в рот. В смысле, в каком углу? Олень, блять. Вот. Да не надо было бежать. Согласен. У меня ни шлема, нихуя толком не было. Я думал, быстренько зарашим. По очереди. Хорошее решение. Я думал, я там просадил его гранатой и видел был. Я его не гранатой просадил, я по нему попал раза 4, наверное. С тузика и все.
Let's go. Ну ладно, давай так. Я прикололо, как тип сегодня, блин, залез туда на крышу, и по нему никто не, сука, не стреляет с центра вообще города. И он там бегает, получается, мне там мешает. Думаю, ну его сейчас кто-то снимет. Нет, пофигу, там он. На крыше там бортик маленький есть, получится, он за ним ложится. Блять, что-то я проебал. Надо летать теперь. Я на твой домик прыгну, маленький, куда ты обычно. Ага, ага, общагу. Общагу мою он занял. Беги на другую, ага. И кирпички центральные есть. Я видел. Как на зло не трюк. А дверь открыт на балконе на последний. Отстрелялся. Что? Отстрелялся, говорю, тип. Ага, красиво было. Бежит к нему кто-нибудь, нет? Вообще, по кому стрелял? Мне. А тебе? Да, да, последнее, когда ты мне дал, по мне. Этим, а перед этим не знаю по кому. Где его колешь, интересно? Пойти отпиздить его. У меня реально дефицит места. Никуда не лезет. Опа, там еще тело. А, еще есть. Ой, по мне, по мне. Откуда он рубит, я не понимаю. Я даже не вижу, откуда он стреляет. Он сквозь этот, походу, стреляет, сквозь балкон. А как он видит только? Я не вижу вообще.
есть у тебя рюкзак? Да, были. Ты видел, это пиздец, и что это? Как это он стреляет, я его не вижу даже нахуй. Да, вижу балкон. Ебать, накидал. Третий этаж. А я тебе говорю, он сквозь балкон хуярил, блядь. Тебе. Тип сейчас он тут в кирпичке двое будут подниматься. Снял я ему тоже. За заборами. Это у нас бегает. Ага. Елись. Хочу занять позицию, прикрой. Не могу. Лок. Хаешка. Пошли за мной, помогай. На последнем. Готов? Сейчас. Давай. Ауф! Нихуя себе. Нормально ворвались. СКС-ку заберу, наверное. Ебать, вот это ворвались. А я тебе не успел сказать, что их двое, думал, ты догадаешься. Ну я... Короче, получается, левого ёбнул, ты правого. Да. Типы в кирпичке. Двое тоже. Не в этой прямо. Понял. Крыша. Добивай. Лох. Нехуй лежать на крышах, блядь. Лёх такой целится мне, пидора. Где-то еще один там такой. Красным рукавами, что ли? Я понимаю, что это. Может взять М-ку, слушай. Или остаться. Нет, возьму с корольку его. Да, бежит там. Там же лутается. За этой хуйней. Ебать. Хорош. Че же они такие тупые-то?
Я думал, маневр сейчас какой-то будет. Батя с вектора его просто расхуярил, бля. Я реально говорю, наверное, подумал, что читер. Я просто в этот в кусты хуярил. Прифайером, блядь, его заебашил. Как еще так, походу, блин? А че я матерюсь, осуждаю. Четверка есть у тебя, да? Я шестик взял. Ну, если будет еще один. Угу. Слушай, а в этой кирпичке типы были? Вот 6х. А нет, не 6х. Сджу. Сджу. В этой кирпичке не было больше уже никого. Не, в другой кирпичке по центру я видел там. Они уже перебежали, наверное, вон сюда. Этот, мы лутались там. Коте стреляли двое. Прикрою к тебе перед. Они, наверное, пошли в дом с баннером. Вот их 6. Я бы так сделал. 6 есть, да? В группе. Две СЛРки у тебя. Нормально, возьму. Хотя, может, с КСКой поиграть? ХЗ. Понял, магов нету. Жопа на МК тут. О, у меня есть бумаги. Ну, в смысле, лишних нету, я себе нашел. Тебе компенс нужен, ДМР? Там есть подсчетчика, да? Нет, нет, я же сказал. Говоришь, жопа тут. Жопа на М-ку сверху. А, понял. А на крыше шестерка, да? Да. И жопа сверху, там же, на крыше. Окей, окей. А у меня скрэмка. Тройку теперь надо. Тройка, там же вода была. Где была? На крыше тоже? Нет. Предпоследнем этаже. А, еще. Тачку возьмешь? Кстати, мне заправиться надо, сейчас видео заправочное. Этот видео. Нет канистр еще? Есть. Взял. Медь. Взял с собой. Так.
Дай, пожалуйста. Супер. Еще нужно парочку. Все. Компенсатора будет, почечка будет, ключи. Попробую. Что? Попробую. Окей. Что у тебя по аптекам, нормально все? 4. У тебя снайпа, да? СЛР. Вот еще один. О, захвати или отметь. Кто по бустам? 1.14. Три сразу сажу. 1.14? Нормально. Подсыпешь мне этих? Мне 5-2. И потом. 5-2 и жри, Иван. Тебе ломак нужен? Нет, все, ничего не нужно. Кроме третьей морды. Где я тебе там скинул канистру? А, иду, иду. Тройку нашел? Нет. На тебе 3x. Короче, там все скину. Наверху. Вот здесь. Супер. Нихуя себе подгоны. Нормально, нормально. Нихуя себе, сука, заправлять можно. А, и двери сейчас нужно подпить. Подъедешь, короче, сюда за подсчетчиком. Да, 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 все. Два шприца с адреналином. А нет, один. Прикольно. Едет он. Где едут? По вижу, дороге. Вижу. Просадил. О, вы вышел из машины. Я видел. Сейчас подъеду туда к трупам. Нормально, парни. Прикольно, прикольно. Что там у них интересно? Нормально. Вот они не ожидали такого западло, конечно. Подсчетчик вон возле желтого дома с таким с выходом. Возле столиков. Окей.
аптеки еще остались? У них там много. Все, поехали. Так, что-то не могу ее найти. На столе. Возле столиков, ёб твою мать, сказал же, сука. Я смотрел только что возле столика. А вот это что, не столики? А, еще столики, понял. От души душевно. Поехали. Зона, ты видел где, блядь? Это будет жрать, капец. Что-что? Зона сейчас жрать будет нормально. Ой, бай, да. Реплики. Не хватает аптеки. Если что, поменяемся за рулем и все, это будешь обвинтоваться. Давай, меняемся, будешь обвинтоваться. Да подождите. Там тачка горит. Типы сверху. Не, дальше едь нахер, дальше, пока не стреляю. Тачку-то за сейф. Сделаю. Дома смотри. Дроп рядом, нихуя себе. Пойду третью касочку возьму. Будь аккуратнее. Дерево стоит. Куда, лавы? Вижу, вижу, на горе. Там есть какие-то приколюхи, еще в дропе. А, аук. Ну, я не стал брать. Окей. Ты бы пострелял по ним хоть, ёптам. Да, дома чекаю, подожди. Сейчас иду пострелять. Ну все уже, я уже в сейве. Вот сейчас дома надо чекать. Бля. Постреляй по нему, ёбаный рот. По мне стреляй. Я понял, отстал. Поднимай. Блять, еще сзади. Что? Да, блядь, вы что, хуели, блядь? Хуеть, все сидели, ждали, вдруг активизировались, начали стрелять, блядь. Со всех сторон. Ну ты еще пиздишь. Постреляй, постреляй, блядь. Блядь. Блять, он просто пиздец. Подумал, что тут дает, блять, и дострелял в конце. Я уже в сейв зашел, блять, меня еще в сейве, блять, откуда-то расстреляли. Я не понял вообще, откуда, блять.
миника? Да ёбаный, заебали. Пидорас, который меня убил. Я ж тебе говорил, меня с сейве застрелили. Да с разных сторон стреляли, ебаный. Это пидорас. Это пидорас, да. А где этот миник, блядь? Не знаю, сейчас. А, он, они его ебанули. На пидорас. Я вообще не понимаю, как эти долбоёбы играют. Я тоже не понимаю. Сука, все было тихо, блядь. Мы приехали, никто не стрелял. Только, блядь, я забежал на горку, хуякую. Ох, ебать. Проекс, ты ютюб, блин, как тебе? Нормально. Бам, СВП. СВН, голову. А какая голова? А, ну все, да. Им пизда сейчас. Не будет отхиливаться? Ой, блядь. Вообще, ой, капец. Блин, ни одного топа сегодня, пипец. Ну так. Сам в бою. Ну так что говорю? В смысле, ну так что? Мать, уже пол пятого время почти. Чё? Ну, на работу завтра. Что? На работу завтра говорю. Вставать 7. А когда что спать будешь? Ну вот пару часов посплю. Спасибо, ты мощный.
работе спишь? Ну, ты будешь рубить свинину и палец себе трубишь случайно, что с нами. Я уже все там приготовил. Тебя спрашивали когда-нибудь на собеседовании, кем ты себя видишь через 5 лет? Нет, я тебя уже спрашивали. Да. Это ебанутый вопрос вообще. Да, его никто не любит. Но смысл в том, чтобы посмотреть, как человек, как он относится к своим, ну, потенциалу, вообще, как он себя оценивает. Ну, допустим, а прикинь, такой ответ, я себя вот папой, допустим, чувствую через 5 лет. Не, ну даже к работе не имеет отношения. Ну и все, а какой этот вопрос? Не, вообще? Не, ну тут же нет правильного ответа. Ты вот скажешь, например, да, я вижу, что, например, что через 5 лет я создам семью, да, и бар-директором, например, да. Ты скажешь, ну я буду работу подавать и лопатой снега щипать зиму. Ну да, конечно, вы нам не подходите. Ваши амбиции не соответствуют амбициям нашей фирмы. Ну, допустим, вот тупо скажу, что хочу в космос полететь. Вижу себя в космосе. Не, ну если каким, блядь, арт-директором? Ну, устраиваешься ты, допустим, на какое-нибудь производство. Чё, ты себя видишь начальником, сразу говори. Например? Он складывает. Видите, этот труба конченый? Прошлый раз чуть не ударился. Например, вопрос этот, все хуйня, я тебе скажу. Он просто вводит в заблуждение человека. Там для вычисления долбоебов, наверное, вопрос. Да. Кем ты? Ну все ж как хотят. Все ж как хотят. Для чего эти тестовые задания? Чтобы... Это еще экран ебаный. Просто так, говоришь, чтобы, понять... смотря какие перспективы вы предлагаете вообще. А то просто не слышал хорошо. Собеседование программиста есть там, приколюха такая, не слышал? А. Когда он такой говорит, ну я себя вижу, что типа я стою на краю там, типа... Ну когда ему этот вопрос задали. Типа, город-то горит, короче, я стою и смотрю на это все. Это нормально. Тебе скину в ВК, это просто ор, там он просто так их троллит жестко. Нормальное заявление. Это вы подожгли город? Не, говорит, я просто стою и смотрю. Я в этой истории, типа, король Людовик там какой-то. Людовик какой-то? Ну да, не помню точно, что он там ляпнул уже. Здесь будет Людовик какой-то. Оконченный. Вчера я тут все смел, как этот вихрь. Ты что там лутаешься? Тут четверочку тебе скинул. Четверочку и... ДМРочка есть какая-нибудь? У меня лагает сильно. Обновляй. А как я скинул 4x? Непонятно. Ты свой скинул, что ли? Да. Шара. Я его поднял. Ну ладно, я скажу за другим. Увел магу теперь надо. Увел магу? У меня две, могу тебе одну дать. Аптек нету.
нету, да. Danger ahead. Danger ahead. Да ёпта. Жбись. На четверка. Глушитель РДМР. Возьму. О, флэрган. Прикольно. Кинул пятерки до херища. До херища, прям. Да херища. Пистолет там это есть? Где глушитель? Да вот тут в ангаре. О. Семерочки, семерочки. Нашел? Да. На маленький завод кто-нибудь летел? Не станет видеть. На какой-нибудь снайперку. Потому что... Ношу с собой компенс на ДМР. И этот ношу с собой еще под щечку. Хорошо. Спускаюсь к этому гарику. Давай точку. Гуська есть. А, у тебя там еще дальше есть. Надо маленький пройти, слушай. Отойди, отойди назад. Где они? Я в сейве. Тут один окнутый внизу. А, вот он, вот он. Вижу, вижу. Ебать! Сука, вот крыса ебаная. А где второй? А, вижу. Там. Он во всем первом. 8x у него, нихуя себе, коряк, нихуя себе. Дай мне кар. Бери. А, тут 6x есть. Подсчётчик. Беру. Подсчётчика есть. 4 хаишки. Компенсатор ДМР. У меня есть, есть, есть всё. У меня всё есть. Вертикалка. У меня этот только либо минька, либо СЛР-ка. СКС скину. Кину. О, скинешь? Давай. Угу, сейчас. О, супер. Шестик скинул. Отлично.
Компинс на ДМР. Да, я заглушителем. Поехали. Ебать, ты что так высадил меня, поехал, думаю, а что мы не почекаем, блин? А ты такой поехал спокойно, думаю, странно. Ну я же а не поехал. Я говорю, аккуратно, я поехал, вот так возьму. Там еще мотак. Баги будешь брать? Не, я поехал. Или на мотаке? А вон мотак. Ну не, не одиночка. Ну дальше. Мне повезло, повезло, что это были хлебушки, блин. Это были нормальные типы, они меня проскатали. Зону заехать, можно на дроп поехать, если будет. О, самолет летит. Кинул дроп далеко. Ну, относительно, на мотоках доедем. Баги к ним поехал. От починок двинулась. Понял. Оно состоит, оказывается, блядь. Я думал, баги поехала к дропу, блядь, или это другое баги? Это другое баги. Хорош. Вот это второе баги приехало. А, сейчас дача приехала. Не, лутать поеду в кемп. А контроль, сейчас лутать поеду. Нет, они в кемп поехали, наверное. Ебать, я думал, он просадит, но не собьет меня. Он прям четко так сбил. Ну, я близко к нему проехал. В смысле сбил, он тебя высадил на машине, что ли? Высадил на мотоке он сам. Я думал, он меня не ранит, но не высадил. По-моему, они ёбаные.
ты на долбоебов что ли рассчитываешь? Угу. Да хоть мини явно не пикайся, блин, они ж тебя чекают, блин. Все, пробивай. Ну, блядь. Давай. Ай, хорош. Сука. Сами, урода. Сами же поехали. Да, да, да. На смерть. Урода, блядь. Пока скажу, бродяга. Не попали. Бродяга ВРН, блядь. Вот это был. Каски, это же не попали, все прикинь. Неудачно, конечно. Блин, их не видно, блин. Она серая все на этом зеленом, блин, траве, блин. Я его увидел уже где-то, блин, не знаю, метров за 15. Ну, я баги увидел, а типа не увидел. Бля, броню бы. Четко. Все, понял. Его друга убили, что ли? Да, 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 только что. Ага, вон чувак бежит. А, да, 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 видел. Тут укорочек займешь, нет? Он уже близко, типа. Ой, хорошо! Не увидел там, блядь! Еще бежит справа! Ой, красавчик! Хорошо, вообще супер справа! Сам охуел. Услышал, да, надеюсь? Да-да-да. А я сейчас наушники на дефолт сделал. Не говорить справа слева, чтобы не мешать, да? Ну да, пока. Пока можно не говорить. Эх, ешек нету. Вообще бичи ебаные. Просто какие-то вообще. А у этого берил с глушителем был, походу. Сколько я понял. Все, на дроп можно. Почекай, где дроп.
Далековато. Это золото пить, в принципе. Да, семерок не взял. У меня хаешек нету, беда, блядь. Ну, бьешь, может, еще кого-то снимешь с ним. Блядь. Бегаю по кругу, дебил, как лутаюсь. Ну. Классно сыграл, мне понравился. Так, пострелял, чуть-чуть спрятался, опять пострелял, еще четко. Да по сути так и надо. Надо, короче, стреляться так, чтобы, чтобы был ТТК. ТТК, да. Вышел на долю секунды настрелял. О, тип впереди, что ли. Потому что чем дольше ты нажимаешь, тем больше его ведет очередь. Да и не то, что очередь ведет, он противник тоже может тебя быстро накоцать. Сквозь дерево решил, читак. Ну. Мне вот это вот место не нравится, возле горы, пиздец. Это там тормоз, ручник сработал. Класс! О, охренел вообще. Бать, плотненько. Да, да, да. Ты ему, может, прикроешься и возьмешь разумный. Дроп, видишь где? Да, да, да. Бать, у меня сейчас Адрик играет. Жесть. Я думал, кто? Адреналин. Ага. Ну так ради таких вот штук как раз и нравится играть. Я верил, что ты сейчас заберешь пушинки, это глупые, блин. Там хам 777 рус какой-то, блядь, с АВМом. Может быть, этот. Ну ты понял. Меня выебать? Ну он типа нечестный. Прикольно будет, если ты сейчас с АВМ будешь против него. АВМ против АВМ. Прикольно. Что, дым кончился? Что-то быстро. Четверо в живых остались. Что-то читачок, походу, в каточке. Я ж тебе чем. Ты с тройкой, с грозой, да? С двойкой. Понимаю. Полюбил ты, короче, с 2х сбегать, да? Ну, калаш 2х, а этот М-ка и все остальное. Трёшки. Ты с этого, ты перестал бегать, да, с точкой? Да. И с голографом. Они пошли просто, долбоёбы, не по той стороне, надо было вот по этой идти. Почему? Потому что мне не видно оттуда. Ты бы же тоже сюда пошел крутить. Ну, здесь уже мне сложнее было бы отыграть. Они поторопились, они могли на крысу обойти, один с одной стороны, другой с другой. Ну, они думали, что они в преимуществе один. Просто я накоцал уже одного, один побежал рашить.
Ну там на грани было, могли патроны закончиться и пизда. Вообще в поле дроп. Вот это я хотел как раз увидеть. Сейчас будет авик против авика. Еще кунг-фу сильнее. Да гроза и авик, заебись. Да ни хрена. На дропе, чел. АВМ на дропе. Не видел, не видел. Прикинь, он грозу взял. А? Чисто одинаковых два. Я бы горочку занять, да, справа? Преимущество пока не знаю, что тебя ВМ. Может и недооценивать, и не бояться, понял? Ну ты знаешь, короче. Угу. Шептики нету, хреново. А этот откуда стрелял вообще? Крыша дома, что ли, получается? А, с горы он стоит. Вон, на горе вижу. Он не в зоне. Чуть правее вроде был. Вон он, вижу. За деревом. Ага. Стрелять, ага. Чего, блядь? Стоп. Правее, правее. И бежит, пушит, тип. Я говорю, смотри, куда смотри. Хз, где он? Кхе-кхе.
Да, стопудов. Где-то впереди на 120. Может, кинул хаешку, чтобы переползти. Ага, вижу. Вижу, вижу его тоже. Бежит, бежит. Это пиздобол. 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 Я тебе говорил, что это, блин, с этим может быть нечестным. Обидно, такая красивая катка прям была. Че, еще одну? Или ты спать? Сейчас, секунду. Да, это пиздобол, только аккаунт создал. Там понятно было сразу, только он скинул этот огонь по тебе и сразу просадил. Я думал, почему он не выдает себя никак, а он просто видел где-то и все. Читачок. Ладно, давай еще катку я... Давай, давай. Хотя, в принципе, я хз. Хочешь закончить уже? Да стоит спать ложиться вообще будет. Нет. А ты обычно не ложишься спать, идешь на работу, так? Обычно у меня выходные. Понедельник? Я в понедельник до 5 не доигрываю. Да, 3 минуты.
Дети тут? Ты тут? Угу. Не жмешь? Ты же отходил куда-то. Так я же нажал. А я не видел. Чётненько шло. Вообще нормально. 10-й фраг бы был вот этот читак. Да, да, да. Ну, увы, оказался читером. Такое. Я понимаю, рюкзак бы было видно, там еще что-нибудь такое. Где? Полисмада. Кто? А если бы я там по кругу полз? Отменить пристрелку, не помнишь, на этом, блин, на смерти? На X8, Pitch Up, Pitch Down. Да. Не, по мне, она всегда такая будет. Меня.
Надо попробовать. Не бесит, бесит баг вот здесь, в этом пабге. Короче, когда восьмерку или шестерку откатываешь назад, то меняешь оружие, и у тебя на втором оружии тоже откатан прицел. Понял, о чем я говорю? Ты меняешь оружие, у тебя откатан на крайне будет. Простите, не удержался. Так, давай попробуем. Сейчас опять этот придурок, как его? Телефон скидал на него? Да, хам 777. Да, хам 777. Ну там что-то 5 каток всего отыграно сейчас. Не, блин, не леним, блин, это вот. Ради там 50 каток, создавать новый аккаунт, блин, опять устанавливать читы, опять все это делать, опять получать бан, блин, и заново начинать, блин, нет? Ну, если ты долбоёб, как тебе докажешь, что ты долбоёб? А получается, смотри, а, это же каждый раз надо создавать новые почту, с нами есть. С нами есть, я в домике 2 лечу. Ага. И он сюда летит. Право, право. Между нами домик. Он туда, на дальний упал. Один, по крайней мере. Прикольно. Или второй. Не знаю. Его нет. Жопа на МК в моем доме. Принял. А минима не нужна. Он к тебе в дом забежал или что? Или... А вот он, вот он. Да. Да, я спрыгнул в тот, в этот дом, он в тот, и он сюда сразу ко мне забежал, не стал там лутать. О, спасибо за подписку. Он уже ДПшку заряжал, короче, дядь. ДПшку? Да, ДПшку почти зарядил. У тебя была ДПшка там? У него была ДПшка, 3Х есть, нужен? Нет, есть 4Х. Ага, все, шестерку нашел. Так, тут вторая каска, вторая наверх. Вторая каска на моем. О, тут волчок. Карель тут. Патрики нужны, у меня все. Пятерок, сотку скину. Супер, а тебе семерок, да? 90. Стрел был на балконе. Почти сотка. Семерок, да? Бать, куда столько? Что-то хочу. Ох там, хочу, ох там этот. Хочу туда, да. Ты хочешь туда пойти? Угу. Голограф скинул. Сейчас, подожди. Две пятерки, вот две пачки. Возьму. Взял тебе. Вот так. Ой, давай, давай. Угу. Скинь. Так вот. У меня
на минике не остается. Да, да, конечно. Пара-пара по бабам. Здесь дома не лутанные, слушай, походу. Опять не боты долбились? Не знаю, так сминки накидывали жестко. А здесь не лутали. КС тут. Возьму СКС. 135 пятерок скинул. Красный дом? Точно красный. Ветерок какой-то. На горе. Понял. На горе вижу. Походу там читак, что ли. Я он срубил его в голову сразу. Никита дома. Давай рядышком держи. Перейду. Я к тебе отхожу. А, ну давай. Где там этот Никита дома? Их не вижу. И не все дома. Пойдем вниз уже. Пойдем. В этот дом. Еще 4. Шестерками. За горой где-то херачит. Ага, вон вижу. Карбы. О, миник. Хера себе. Да. Никита этот. Только откуда он стреляет? Глушитель, тебе нужен домой РСР? А, ну давай возьму. Да. Никита дома, да, это читак 100 годов. Дом SW. Вижу, бежит там. Ай, блядь. Крыша. Все, в туловище долбит. Сука, блядь. Конченый. Сейчас попробую выебать. Подними лучше, дядь. Крыша он был там, в том доме. Я тебя не подниму сейчас, я не перебегу. Да отбега ты туда побежал, блин. Чтобы его выебать. Говорю, давай держимся вместе, побежал, блин. Вижу. Я тебе сказал, давай держимся вместе. Ты уже, блин, побежал туда, хрен знает куда, блин, сам убежал. Блять. Знаешь ведь, что читер, зачем ты бежишь вперед, блин? Зачем ты туда бежишь? Мысли вперед. Мысли вперед. Ну зачем ты сам бежишь? Ну ты можешь, говорю, давай держать. Ты придурочный. Ты придурочный. Ну сейчас вот. Я пробежал, он меня накоцал, ты следом за мной побежал. Ты что делаешь-то сам, придурочный? О, спасибо за подписку. Вчера не понял, если честно, твою логику. И ты пробежал, он по тебе накоцал. Да, и ты, и нафига ты побежал дальше? Нафига ты со мной побежал?
В смысле, а что мне делать? Ну, оставаться там, посмотреть его ну, хотя бы. Я в него пострелял. Я из-за дома в него пострелял, он мне нокнул сразу же. Я хотел тоже его выебать. Ну, сейчас я ящики покручу. Какие ящики? Что покрутишь? У меня этот, закрылись все дуо. Посмотри, там дуо надо сыграть. Знаю, у меня 4 катки там сыграл. Давай, погнали дальше, и потом будешь крутить. Да не, чувак, уже я все на сегодня. Сорян, ну, ладно, тогда, я устал. Читаки одни, блин. Я пойду работать. Давай, давай, ладно. Все, спасибо за игру, давай. Давай, джи-джи, пока. Ладно, хорош. Сегодня и так. Подзатянули. Ладно. Спасибо всем за подписки. У нас стрим. Приходите завтра, я думаю. Не надеюсь. Читаков не будет. Играть можно будет нормально.